Ансат СК – обновленная модель, которая пока присутствует только в нескольких регионах. Одной из первых новый вертолет получила Новгородская область. Предыдущая машина сейчас находится в ремонте, и из-за проблем с комплектующими ее решили заменить. При этом обновленный вертолет будет полностью зарезервирован за нашим регионом. Работаем в рамках национального проекта здравоохранения. И вот за этот промежуток времени мы видим серьезные для региона результаты. Это больше 500 спасенных жизней наших жителей благодаря тому, что санавиация у нас работает. Ну и мы очень рады, что теперь у нас новый вертолет, и он за нами закреплен, будет все время в работе. И то, что у него увеличилась возможность и в плохих погодных условиях тоже подниматься на спасение жизни наших жителей. Оборудован вертолет также по последнему слову. Все приборы могут работать как от сети, так и автономно. Обеспечивать поддержание жизни медицинская бригада может на протяжении всего полета. К нему подключен дефибриллятор для электроимпульсной терапии, если у кого-то остановка сердечной деятельности происходит. Вот этот вот электрошок, который показывают по телевизору, да, обычно. Вот аппарат искусственной вентиляции легких, если требуется проводить дыхание искусственное пациентам. Соответственно, кислородная поддержка, вот к нему как раз подключены баллоны кислородные. В отличие от прошлого поколения, новый «Ансат» способен вылетать в отдаленные районы даже при сильном ветре или проливном дожде. Посадить машину можно и на обычное дорожное полотно.